перезагрузила я прямой эфир. Привет. Привет всем. Как у вас дела? Господа хорошие. Привет. Привет. На 10 минут зашла буквально. Потом пойду спать. У нас уже 3 часа ночи. Так что я очень добрый. Хорошо. Подустали. Спать хотим. Время у нас уже 2:30. Встаем. Туда, по звоночку. Они уже спят? Нет, они. Да. Привет. Да, у меня настроение хорошее. Время вот, смотрите, 2:31. Уже пора спать, а я все еще с вами тут. Хочу немножко поболтать. Спросить, как у вас дела. Вот, да. Просто единственное, у нас нет выходных, мы устаем каждый день в 9 утра. То есть мы вообще не высыпаемся. Очень устаем. Да. Я вот так разлеглась удобно. Суперски, ты хорошо. Я рада. Так вы не хотите, а берите и делайте, потому что, ну... Какой толк писать мне, что вы хотите? Лучше берите, приходите, отправляйте на кастинг свои профайлы и добро пожаловать. Привет, зайчка. Не усну, я держусь, стараюсь, потому что я хочу с вами немножко пообщаться. Весь день жду этого момента, чтобы в интернет зайти. Сказать всем спасибо, кто мне пишет. Ну как куда? Заходите на сайт Дома-2 официальный, в раздел кастинг менеджера. Там есть номера, есть ссылки. И вот там пишите, звоните. Ой, звоните, пишите им. И они вам далее говорят, что делать. Вик, передай мне этот привет. Даша, передаю тебе большой привет с острова любви. У нас тут погода очень хорошая. Я передаю тебе наше тепло, наше солнышко. А? А, ладно. Окей. Вот, Дашечка, я передаю тебе тепло с острова любви. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Мой воздушный поцелуй для тебя. Как-то так. Сегодня буду счастливым спать. Почему? Очень-очень здорово, когда можно так легко сделать вам приятно. Можно. Передаю большой. А? Блин, не, интернет надо до конца. А? Да, но ты же уже есть? Тогда и все. Сегодня что, у нас пятница? Да. Завтра. Ну, давай, стой. А можно тоже привет? Да, конечно, привет тебе большой передаю, Владислав Марсо. Или Марсо? Марсо, наверное. Владислав Марсо. С тобой перед сном пообщался. Боже, какие вы... Как у Никитоса дела? Нормально. Вот я сейчас только с ним сторис снимала. Можете посмотреть. Угарное. Что-то он куда-то уполз. Все хорошо у него.
кто у вас из блондинок прилетел, Лотнер или Настя? Ну, ребят, давайте, не могу вам ничего сказать, смотрите эфиры. Вы же знаете, что я не могу вам рассказать. Смотрите, как она красива. Пальма. Интересно, у вас хорошее качество? Вот я. Да, мне 22. Кто-то меня спрашивал, кто я по образованию. По образованию я постановщик театрализованных представлений и культурно-массовых мероприятий. Где собака? Слышишь, где-то здесь бегает. Я так думала. Ты уже привыкла находиться на острове? Да, я, знаете, настолько привыкла, что на поляну мне не очень-то и хочется, потому что на поляне надо будет заново ко всему привыкать. Мне очень нравится на острове. Я на поляне очень мало была. Я вообще четко на экране. Спасибо, приятно. Вы можете любой вопрос не задавать, я на все вам отвечу. Хочу с вами быть максимально честна. Как вам вообще? Вы смотрите Дом 2? Очень приятно перед с тобой пообщаться. Божечки, ты уже второй человек так пишет. Мне очень приятно, что вы делаете такой акцент. Собственно говоря, из-за этого я и захожу, чтобы с вами поболтать. Там на проекте есть реальные чувства или все наигранное? Ты мне действительно нравишься. Меня смущают люди, которые говорят, что все планы делают, а не за чувства. Нет. Реальные чувства на проекте, ничего не наиграно. Нету никаких сценариев и так далее. Все максимально честно, открыто. Все люди, которые строят отношения, они все по-настоящему испытывают чувства. Нет, есть, конечно, пары фикции, но таких как бы долго не держат. Сценария нет вообще абсолютно никакого. Живем вот обычной жизнью. Мы вот с Мандезиром ругались, да, там, пару недель назад ругались. Он бросил меня в бассейн, это было для меня неожиданно, это не было заранее приготовлено или еще что-то. То есть, все по-настоящему. Почему у тебя такие большие уши? Я не знаю, что-то вот, ну, мама такие красивые подарила, большие. Нет Валера Даира. Нет Валера Даира, я не понимаю, что это. Очень красиво и добрый. Спасибо большое, мне очень приятно. Да. Пока 8 человек, зато потом я всегда оставляю эфир, и люди смотрят, кидают в YouTube мои сторисы, мои прямые эфиры. То есть сейчас пока только 8 человек, а далее будет более. То есть я стараюсь как можно больше людей осчастливить. Не скажешь по дому, по друзьям, долго там по мне нужно находиться. Знаете, по дому скучаю. Но так как я не живу дома с родителями уже как лет 6, у меня конкретно дома-то и нету. Ну, то есть мы с мужем переезжали с одного города в другой город, и у меня нет дома. Ну, то есть именно моего дома личного. У меня есть дом родителей, да, я туда приезжаю как можно чаще стараюсь. По нему я скучаю, а своего дома у меня пока нет. По друзьям, да, у меня есть пару лучших друзей, по ним очень скучаю, мы стараемся почти каждый день, ну, сейчас уже каждую неделю общаться, каждый день у меня не получается. Сколько я планирую находиться, ну, надеюсь, не знаю. Как пойдет. То есть сейчас я в одиночку сижу, мне очень грустно, и не хочется сидеть одной. Если я далее так буду сидеть, то, скорее всего, я покину проект, потому что у меня цель не такова, чтобы посидеть, там набрать подписчиков,
стать узнаваемым лицом. У меня цель построить свою любовь. Как бы банально это ни звучало. Да, Мисс Добро. Да, Валера Тата. Что несешь? Я не понимала человека, который фан Захар Соленко. Это что за скрытая камера, что ли? Всех так сними. Хорошо. Это будет моя рубрика. А можно к вам прибыть на лодке, который человек замедли, хочется рядом с вами. Грустите, не удивишься. Не грусти. Стараюсь не грустить. Нет, я матерюсь, я очень много матерюсь, по эфирам можно даже это увидеть. Я на самом деле очень люблю материться. Как бы это плохо ни было. Можно к вам приплыть на лодке, построить шалаш в джунглях и жить рядом с вами? Можно. Летайте. Ну, то есть те, кто к нам приезжают, те, кто, в общем, тут туристы отдыхают рядом, они к нам спокойно на пляж заходят вот сюда вот, и мы с ними спокойно общаемся, разговариваем, то есть мы всегда идем на контакт. Меня радует твоя улыбка. Меня радует, что я могу вас порадовать. Масло масляное. И может так вот сверху. Ну как, сверху? Постарайся. Иначе... Что там происходит? А он, кстати, Никитос. На самом деле, все, я сейчас уже буду наверх. Смотрите, как наши микрофоны. Бутсами. Нет, это кричала Юля что-то кому-то. Что-то кому-то. Вот, смотрите, вот это наши микрофоны. Мы с ними ходим 24 часа. Вот так. Никита, меня спрашивали, где ты? Как ты себя чувствуешь? Тихо, мама идет. Не-н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 е-
Да нет. Это нету. Мне так прикольно ушки шевелят. Какую песню включить? Давай я станцую, ладно. Давай какую-нибудь. Для твоих друзей. Давай. А ты у себя включи или я включу? Ты. А, мне включить? Привет. Сейчас. Наш гимн включу. Ой, ребятки, я стараюсь. Видите, сейчас 3 часа ночи, а я с вами. Так захотела. Мамуля, я тебе завтра днем позвоню, хорошо? Everybody. Не помню. Да. And the bass keeps running, in his contacts, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. 'Cause when we be out, girl, it's pulling me down. You wouldn't believe how we wow shit out. Turn it till it's burned out. Turn it till it's burned out. Act up.
from Northwest East Side.